Я должен бежать и не останавливаться. Еще 1000 робоксов. Привет, меня зовут Пози. Сегодня мы вместе с тобой устроим побег от гигантской злющей красной стены. Big Rushed by Speeding Wall. Одна из популярнейших игр в Roblox, которая вышла аж в 2016 году. Олды на месте. Ну что ж, мы с вами заходим вот на эту арену, и наша задача добраться до самого-самого конца этой трассы. Так, желтая стена, это хорошо или плохо? Ой, мне кажется, или там лицо двигалось только что. Ладно, хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ладно, подожди, я слишком медленный! Почему она меня снесла? Я ведь был в самом начале! Ах да, небольшой челлендж. Каждый раз, когда я буду погибать в этом режиме, я буду донатить в этот режим. Ну что ж, раз уж я один раз проиграл, то я думаю, что нам с вами нужно купить немного баллов здесь. Ну, давайте мы с вами начнем с 50. Сколько здесь стоит 50 очков? Всего лишь 8 робуксов. Почему так мало? Нам лучше, когда едет красная стена, находиться вот здесь вот. Беги, чувак, беги! Ему не повезло. Так, все, ребятки. Да... Что? Она два раза может ехать туда и обратно? Что, простите? Так, все. Надеюсь, она отъехала. Давайте мы с вами будем держаться правой стороны. И постараемся с вами добраться вот до этой красной дверцы. Подожди-ка. Ага, зеленый свет. Это такая, знаете, небольшая подготовка к тому, что сейчас произойдет капец и апокалипсис. Все, давайте мы с вами здесь постоим. Ого! Я когда дошел до этой дверцы, мне нифига себе очков начислилось. Ты что, дружище? С тобой все хорошо? Ты че вращаешься, а? Ты давай успокойся. Лицо супер доброе. Ну как эта стена может кого-то прибить? Специальный канун NT The Great Wall Escape. Присоединяйтесь. Что это такое? Ладно, давайте нажмем с вами Джой. Куда я телепортировался? А как же мой челлендж? О, это типа Tower of Hell. Нифига себе. Они сделали две игры в одном. Так, 3, 2, 1. Ну что ж, надеюсь, мне удастся сейчас заспидранить эту карту, и я докажу, что я самый крутой паркурист, который существовал в Роблоксе, самый быстрый спидранер за все время существования Роблокса. Спидран. Но здесь я явно не допрыгнул. А, нет, допрыгнул. Можно все-таки дотрагиваться вот до этих светящихся штуковин, до этих светящихся блоков. Ой-ой-ой-ой-ой, вот здесь нужно наверх. А как? Как? Блин, я два раза чуть не упал! Не торопись! Я заруинил себе эту игру! Блин, и я появился вот здесь, в самом начале. Я даже не сохранился у своей дверцы. За один заезд эта стена два раза пытается тебя прибить. Ладно, давайте я вначале попытаюсь преодолеть эту полосу препятствий. И я очень надеюсь, что мне хватит времени добежать вон до той дверцы. Почему ты так быстро бегаешь? Ты читер, да? Да, это походу читер. Почему она... Ребята, челлендж я проиграл, эту стену я проиграл, поэтому я доначу еще два раза. Так, на этот раз я сдоначу два раза по 100 очков, по 15 робоксов. Что, вы довольны, да? Я уже потратил 40 робоксов. Ладно, на самом деле это не самая большая трата, которую я делал в своей жизни, выполняя челленджи в Роблоксе. Я даже не успею отсюда выбраться. Мне конец. За такую тупую ошибку я задонатил целых 500 поинтов. Ладно, я думаю, что самый надежный способ это стоять вот здесь вот. Вот прямо возле этой дверцы. Расстояние, кстати, между дверьми всегда одинаковое. Это примерно по 2 блока. Но чем ближе мы будем с вами подходить к этой стене, тем опаснее будет становиться. Так, я почти дошел до седва. О, отлично! Как вовремя я успел. Офигеть! Опа, приезжает мимо. Так, сейчас отъезжает назад. И опять едет туда. Фу, я выжил. Все хорошо. Меня пронесло, ребята. Я экономлю время. Сейчас мне нужно добежать вот до этой дверцы. Надеюсь, сейчас лицо сменится. Оно же не поедет на меня прямо сейчас. Так, ребята, становимся вот здесь. Фух, все, давайте подождем, когда этот апокалипсис пройдет. И мы с вами стартанем до следующей дверцы. Нам осталось буквально пару дверей, и все. Мы с вами будем у финиша. Ой, можно пока что попить чаечек. Теплый чай. Что здесь вообще продается в магазине? Здесь есть какое-то зелье X2 скорость за 225 баллов. А, я понял, почему они так все быстро бегают. Здесь даже есть X6 скорость. Пока мы с вами не пройдем эту стену, я не буду тратить свои баллы. Безумие. Badge Exclusive. Нет, спасибо, я эту штуку покупать не буду. Трассы, что это? Еда, серьезно, здесь продается еда? Вот смотрите, как только я захочу побежать вон до той дверцы, эта штука сразу стартанет. Она достаточно долго стоит на одном месте. Это как-то подозрительно. Я ведь мог бы уже успеть пробежать, наверное, всю эту карту. Может, кто-то поставил эту игру на паузу? Я подписан. Стена поехала, я стою здесь. Оп, она приезжает мимо. Отлично.
Так, возвращается обратно. Через 3, 2, 1. Давай. Отъезжай. Все, побежали! Сразу стартуем до той дверцы! Давай. А почему красные линии не исчезают? Это вообще норм? А вдруг она сейчас во второй раз поедет? С минимальным перерывом, там, с перерывом в 5 секунд. О, да-да-да, ты можешь меня подтолкнуть. Ты можешь меня еще раз подтолкнуть, будет просто шикарно. Так, все, я добежал до Седова. Я почти прошел, мне осталось добежать до одной дверцы, затем добежать до того лица, и все. Какие здесь прикольные смайлики. Я бы себе купил смайлик бекона, потому что я еще не завтракал. Да блинский, вы прикалываетесь, да? Я бы опять успел добежать до той дверцы. Здесь слишком долгие перерывы. Я думаю, что сейчас есть смысл попробовать пробежать до самого конца. Но аккуратно. Сразу побежали. Ого! Что с лицом? Что с лицом у этой стены? Это как будто бы эмоция из какого-то аниме. Давайте, чуваки, подтолкните меня немного. Опа, доброе лицо. Получится ли у нас добежать? Или не получится? Ладно, я уже рискнул. Уже слишком поздно. Давай, подтолкни меня! О, я вот здесь могу укрыться. О, я успел! Я успел добежать до сюда! Она стартует! Боже! Она мне чуть волосы не подстригла, эта стена! Ёлы-палы! Так, добегай до Седова. Все, сейчас стена поедет обратно. Пожалуйста, не прыгай, иначе здесь снесешь шляпу. Так, давайте подождем немного, когда этот красный луч пропадет. Мало ли она сейчас резко поедет опять вперед. Ждем. 3, 2, 1, все! Да как так-то? Вы видели? Она еще раз активировалась! О, хорошо, что я не побежал до стены. Это была все обманка. Так. Давай. Оп! Перепрыгнул через эту красную штуковину. И вот сейчас я могу упасть сюда! Да! Я добрался до финиша! И мне не пришлось донатить еще один раз. О, смотрите, здесь есть куча Impossible Obby. Невозможно Obby или невозможная стена? Куда мы с вами пойдем? Ладно, давайте я для начала возьму себе вот эту ракетку, на которой я смогу здесь полетать, судя по всему. О! О! Я не могу ей управлять! Помогите! Она едет куда-то не туда! Так. О, я чуть не подорвался на ней. Ёлы-палы, я думал, что придется все с самого начала проходить. Так, окей, давайте мы с вами начнем с Impossible Obby. Опа, я телепортировался. И что это тут у нас? Невозможно Obby? Да, я понял, почему оно называется невозможное, потому что тут все эти блоки перекошенные, они все сливаются друг с другом. Здесь можно упасть вниз, если ты не будешь всматриваться в эти блоки. Они все сливаются. Если я проиграю на этой обби-карте, я сделаю самый большой донат, потому что это просто изичная обби-карта. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что это самая изичная обби-карта. И... нет, это еще не конец. Вот это, кажется, у нас конец. Так, а как здесь проходить? Здесь просто прямая? Да. Окей, надеюсь, меня эта дорога не уничтожит. Я серьезно умер? Как я должен был проходить эту карту? Ладно, 10 тысяч очков. 1000 робуксов! Блин, зачем я вообще на это согласился? Давайте мы с вами присоединимся к Tower of Hell в очередной раз. Та же самая карта остается неизменной. Если я не смогу пройти Tower of Hell, я опять задоначу 1000 робуксов. Кстати, в конце этого видоса напишите в комменты, сколько я вообще сдонатил за этот ролик. Мне кажется, нереально много. Забираемся с вами выше. Вот где-то после этого испытания я начал сильно тупить! Божечки, и что мне делать? Да мне конец. Я только что просто тупейшим образом просрал 1000 робуксов. Мне придется сдонатить еще на 10 тысяч поинтов за 1000 робуксов. Как так? Ладно, давай еще раз попытаемся с тобой пройти. Со мной на этот раз будет 3 человека проходить эту обби-карту. 1000 робуксов, если не пройду эту обби-карту. Если я погибну на этой обби-карте. И поэтому хорошо, что я сейчас с кем-то прохожу эту обби-карту. Возможно, они знают, как проходить ту полосу. Потому что когда ты на нее ступаешь, ты сразу же погибаешь. Вот как ее пройти, я не знаю, честное слово. Вот я дошел до нее. Тут по-любому должна быть какая-то подсказка. Может быть... здесь есть какой-нибудь невидимый мост. Или, может быть, нужно прыгать по этой полосе. Давай, чувак, покажи. Покажи, как ее проходить. У тебя все получится. Опа. Так. Как он ее проходит? Вы это видите? Нет, не толкай меня. Даже не думай. Давай, дружище, ты мне лучше показывай, как ее проходить. А, вот невидимая стена.
об которую я умер. Вы видите ее, да? Ее почти не видно, но она здесь есть. Если я вот так подойду поближе. Ага, вот где он умер. Так, хорошо. Я задел эту стену, да ее почти не видно там. Если я не могу пройти эту дурацкую обе-карту, просто простейшую, как я буду проходить более сложные режимы? Я чувствую себя просто ужасно, когда не могу пройти вот подобные карты. Я проходил тролл-лобби. Это была самая сложная обе-карта в мире. А эту карту я вообще должен на изи проходить. О-о-о, так, подожди, дружище. А как ее здесь перепрыгнуть? Я к ней впритык стою? Или еще нет? Нет, еще точно нет. Так, давай еще ближе. Нет, боюсь ближе. Да как? Я ведь даже до нее не докоснулся. Это действительно невозможная обе-карта. Я туплю все время на одном уровне. 1000 робоксов еще закину. Я скоро наберу 100 тысяч очков. Блин, тут же должен быть какой-то ориентир более понятный. Эта стена не такая простая, как кажется. А что, если ее нужно отпрыгивать только слева? Мы прямо у начала находимся. Я ведь почти перепрыгнул! Я почти смог это сделать! Если бы я завернул немного позже, я бы долетел. Я никогда не пройду это. Никогда. Поставьте лайк. Мне нужна ваша поддержка, ребята. Вот прямо сейчас она мне как никогда необходима. Я максимально близко к стене. Нет, это невозможно пройти. Все, с меня хватит. Я сейчас доначу 1000 робоксов. И тем временем у меня уже 50 тысяч очков. Давайте мы с вами попытаемся пройти Impossible. Что это? Это еще более сложная стена. Она ведь только что обратно отъехала. Я правильно понимаю? В лаву лучше не падать. А где здесь сейф-зона? Я что-то не совсем понимаю. Я понял, докуда мне нужно было бежать. Еще 1000 робоксов. Там, где вот эти белые линии, это сейф-зона. Судя по всему, она едет в нашу сторону. Она все равно заденет ту сейф-зону. А где тогда прятаться от нее? От этой стены вообще возможно ли будет спастись? Давай, дружище, показывай мне, Савелий! Покажи, куда бежать! О, вот сюда? Серьезно? Видимо, эту карту нужно проходить только с бустом на скорость. Без скорости ее пройти невозможно. Он уже почти до конца прошел всю эту карту. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Как засейвиться, как засейвиться? Меня выбило вообще за текстуры. Эту карту без буста пройти невозможно. Ладно, давайте я потрачу сейчас немного очков и куплю себе скорость X6. Давайте мы с вами дождемся, когда эта стена доедет. Она не доезжает до самого конца, поэтому я подожду. Репорт! Фух, это почти бан. Выпиваем с вами зелье и стартуем! Нифига себе. Я побежал, я побежал, я побежал. Оббегаю аккуратно. Капец. А почему у меня зрение затуманено? Это вообще норм? Что у меня зрение затуманено? Нет! Я почти прошел до конца! Эту карту можно пройти только на скорости X6. И только без остановки. Там нет ни единой сейф-зоны. Эта карта только для самых-самых крутых. Я все понял. Но именно поэтому я собираюсь ее пройти. Так, нам нужно с вами встать на самое безопасное место, докуда стена доезжает. И как только стена начинает отъезжать обратно, мы сразу же с вами стартуем. Так, я выпиваю зелье. И умираю в лаве. Я дурак. 1000 робоксов. 78 тысяч у меня уже. Сейчас она поехала обратно. Давай! Бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я должен бежать и не останавливаться. Ни на что не отвлекаясь. Я бегу как Sonic X, блин. Я чувствую себя действительно Соником. Оп! 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 Простите меня, но как спрятаться от этой стены? Может быть, через нее нужно пропрыгнуть, когда она желтая, типа она становится прозрачной, вероятнее всего. Давайте мы просто побежим вот за этой девчонкой. Надеюсь, она знает, что она делает. А, ладно, за свои все фейлы я еще сдоначу 1000 робоксов. Я уже этим разработчикам принес 1010 робоксов, это самый минимум. И да, я им принес действительно 10 тысяч робоксов, может быть, даже больше. Давай! Побежал, побежал, побежал! Сейчас или никогда, сейчас или никогда. На скорости X6. Я бегу самый первый. Когда стена станет желтой, я должен быть уже у ее входа. Раз, два, три. Подпрыгнул раз, подпрыгнул два и упал в лаву. А может быть, это и есть сейф-зона? Меня же стена здесь не достанет! Что? Я нашел лайфхак. Все это время можно было здесь спрятаться. Тогда мне нужен X2 прыжок, потому что иначе-то я быстрее, чем стена. Это что, 10 тысяч баллов? Это какой-то буст супер. Давайте куплю эту штуковину.
А что если я сейчас использую зелье быстрее, чем стена? Ой! Ребят, я, походу, сам того не понимая, читерил. Это самая читерная штука, которую я видел. И даже так я умер, даже с этим зельем! Это никогда не закончится! Невозможная стена, действительно невозможная стена! Уезжай. Раз, два, три. Все, побежали. Просто бежим по левой стороне. Давай, 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 дай. Ух ты. Чуть не слетел. Чуть не слетел. Так. И вот я у самого конца. Что, блин? Через эту стену пройти невозможно. Тогда как ее проходить, если через нее пройти-то невозможно? Ну, очевидно, что нужно где-то спрятаться. Но здесь нет места, где можно переждать эту стену. Просто нет ни единого места. Я побегу со своей суперскоростью. Я преодолеваю все препятствия. Сейчас лицо станет желтым. И я попытаюсь прилететь. Становись желтым. Нет! Через него тоже пропрыгнуть нельзя! Как добраться до того кубка? Я хочу собрать тот кубок. Я потратил 1000 робоксов. Выпиваю это зелье. И стартую. Так, изучим здесь все. Где можно спрятаться? Где можно спрятаться? Здесь не спрячешься особо. Вот здесь. Да ладно. Здесь единственное укрытие, которое меня тоже убило. Я чувствую себя самым отстойным игроком на свете. Это непроходимая стена. У меня абсолютно нет идеи, ребят. Абсолютно нет идей. Может быть, нужно прыгать в определенный участок стены? И тогда она себя не убьет? По лаве я тоже ходить не могу. Спастись невозможно. Окей, это невозможная стена, которую действительно невозможно пройти. Я доначу сюда последний раз, и это был один из самых донатовских челленджей в Роблоксе. Большое вам спасибо за просмотр этого видоса. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос.